Так, 23 алмаза. В ад сходить. Не, в ад не в кайф. Надо сделать вот из эмеральда, эмеральдовые кирки. Так, забрать палки. Ага, вот, вот этот саженец с резиной. Вот я сейчас посажу деревья. Обязательно. Так, костная мука, это удобрение, типа, тоже возьму. Не знаю, действует он на саженец, нет. А, ну, скоро утро. Так, ладно. Теперь, что теперь? Я хотел сделать кирку, да. Кирка. И меч тоже желательно, потому что меч скоро поломается. Ой, блин, зачем я две палки поставил? Так, вот, все отлично. Две эмеральда, два эмеральда еще, не знаю, куда его использовать, но куда-нибудь потом приткну его. Так, надо еще тут навести порядок, у меня тут много всякой хрени в этом сундуке, вообще много. Вот это еще черный мешок, ой, чернильный мешок, извиняюсь. Вот эта фигня, не знаю, куда она используется. Железный шлем, что-то у меня вообще с броней. Ну да, так неплохо пострадало. Так. Да, воды для саженцев не надо. Ладно, сейчас мы пойдем поспим, потому что я с монстрами не хочу встречаться. Монстры — это зло. Особенно ночью, я в этом уже не раз убедился. Так, все, мы встали, проснулись. И идем сюда. Так. Отлично. Саженцы я где-то, наверное, насажу. Вот у меня где-то вот... Блин. Я даже не знаю, где насадить. Хотя давайте вот тут вот ровная площадка. Сейчас я чуть земли подкопаю. И можно будет посадить саженцы именно тут. В принципе, мне много не надо земли. Так. О, нормальненько вот так вот. Хватит. Так, вот это надо все застроить землей. Где нам? И все. И нормально тогда будет. 30 блоков, наверное, мне не хватит. Скорее всего. Ну ничего, еще накопаю. Блин. Вот так вот. И потом тут посадим деревья. И будет все зашибенно. И из деревьев уже можно будет добывать резину. Что немаловажно. Она нужна для провода. Так, вот это тоже какой-то рез. Не помню, что это такое именно. Это может быть олово. Ну, тоже заберем его, потому что это нужно. Так. Так, так, так. Саженцы, саженцы. Можно, в принципе, эту пещеру тоже зарыть, но я пока не хочу. Я обязательно в нее схожу как-нибудь. Блин, это обязательно, потому что мне хочется в нее сходить, в эту пещерку. Думаю, там много чего интересного можно найти. Может быть, даже наткнусь и на алмазы. Так, это не прикольно. Вот. Так, и вот это еще тоже надо заровнять, это мне не нравится тут. Вот так вот. Хочу, чтобы перед моим домом была ровная местность и росли нормально деревья. И то я деревья, я возьму там листву, поочищаю специально, чтобы оно... Ну, короче, листву почищаю. Так. Вот, отлично. Это я поломаю. И вот это надо застроить. Отлично. Ну вот, уже хоть какое-то разнообразие в этих сериях пошло, потому что мне уже даже самому надоело сидеть в этих сраных пещерах, они меня уже как-то бесят, потому что алмазы я не могу найти.
Я, скорее всего, вне видео. Но я вне видео много раз уже лазил. Я уже некоторые ресурсы вообще не собирал, просто мимо проходил. Но алмазов я так и не нашел. Вот это печально. Вот пойдем вот в эту пещеру. Где? Вон вот там. И попытаемся там что-то найти. Но это, не знаю. По-любому, наверное, не в этой серии будет. Так что там видно будет. Так, вот, нормально, в принципе, все получилось. О, семена. Семена пшеницы надо забрать. Я буду сажать пшеницу, потом хлеб можно будет. Так, теперь деревья я посажу вот тут где-то. Так, деревья. У меня 6 саженцев. Значит, один будет тут. Костную муку занесу сюда. Через 3 блока. Блин, 3 блока надо. Саженца от саженца 3 блока. Значит, факел будем ставить вот так. 3 блока это вот тут. Так, ставим еще дерево. А, это 2 блока. Так, блин, это плохо. Хочу, чтобы ровно было 2, 3. Вот тут. Раз, два, три. На четвертый вот тут. Раз, два, три. На четвертый тут. Ага, ну высоту там все у меня нормально. Так, вот тут еще надо чуть откопать. Мало ли, может быть, дерево будет мешать. Так, ну все. Еще мне осталось 2 саженца. Это мы посадим во второй ряд. Тоже 3 блока. Раз, два, три. Вот сюда. Раз, два, три. И сюда. Отлично. Теперь вот это я убираю. И понаставлю, наверное, я факелов. А как я понаставлю факелов? А, ну ладно, я понаставлю вот тут факелов. Нормально, он будет освещать. Думаю, будет освещать. Потом еще вот тут поставлю. И парочку посередине. Да, думаю, нормально. Оба-на. Костная мука, то бишь удобрение, делает свое дело. Гляньте, как красиво получилось. Такие деревья. Тут у меня 4 дерева. Так, еще вот эти деревья. Отлично, вообще класс. Мне вот эти деревья намного нравятся. Они намного красивее, чем вот эти. Вот эти надо будет как-то зачистить, но это потом. Так, все, это круто. Это круто. Я даже, может быть, тут сделаю навес специальный с такой листвы, как бы вот на деревьях, вот так такой навес. Ну, не знаю, я подумаю. Или навес из листвы нельзя сделать. Хрену. А вот выпадают уже саженцы. Так, у меня краник где-то был. Краник. А, вот он со мной. Это круто. Это чудесно. Зачем я сделал... Ну, зачем я посадил такие деревья? Я специально бегал в болото. Но тут у меня не сильно далеко. Накопал саженцев и посадил. Специально, чтобы тут на деревьях появлялась резина. Это очень такой полезный ресурс, потому что резина участвует во многих крафтах, всяких вот этих штукенций. Она нужна. Так, вот. Вот. Так, еще тут где-то должна быть. А костная мука это вообще суперская шняга. Раз-раз, оно сразу все выросло. Так, еще тут есть где-нибудь резины?